Здравствуйте, эфир НТС. В это время, как всегда, продолжают новости. В студии Манас Ачгитов. Я Джанка Закбаева. Добрый вечер. И в начале анонс главных событий, произошедших сегодня. Обвиняется в коррупции Генеральная прокуратура. Возбудила уголовное дело в отношении депутата от СДПК Музафара Исакова. Он подозревается в незаконном выделении земель. Герои в погонах. Чунгалайские милиционеры спасли 8 человек, оказавшихся под снежной лавиной. МЧС предупреждает о сходе новых лавин. В регионах будут перевыборы. Из-за амбиций сельских депутатов в 12 аильных кенешах объявят новые выборы. Роспуск грозит еще 30 местным советам. Привлечь к ответственности общественность требует задержать третьего милиционера, участника беспричинного избиения молодого человека в Бишкеке. А теперь все подробности. МЧС предупреждает о сходе снежных лавин на высокогорных участках автодорог. Накануне в разных частях страны сошли несколько лавин. В Чунгалайском районе одна из них объемом около 3000 кубометров накрыла две легковые машины с людьми. ЧП случилось на участке дороги Дарот-Коргон-Джаштилек в местности Балтырганды. В одной из машин были двое, в другой 6 человек. Все они целы и невредимы. Подоспевшие сотрудники РОВД Чунгалайского района успели откопать машины и спасти всех, кто в них находился. Еще одна большая лавина объемом почти 5000 кубометров накануне сошла в Алабукинском районе Джалалабадской области. Там также обошлось без человеческих жертв. Сообщается, что снежная масса также сошла на участок автодороги Сарыташ-Карамых. О том, как реализуются меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций, президенту сегодня докладывал глава МЧС. Как сообщается, Кубатбек Буронов рассказал Алмазбеку Атамбаеву о ходе работ по устранению последствий крушения грузового самолета в поселке Дачису, а также мерах по оказанию помощи пострадавшим и обеспечению защиты их интересов. Президент отметил необходимость тщательного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного характера. По словам главы государства, прежде всего важно совершенствовать меры защиты от потенциальных рисков, усилив разъяснительные работы среди населения. Еще одно уголовное дело еще на одного депутата. Генеральная прокуратура завела дело в отношении Музафара Исакова, члена парламентской фракции СДПК. Он обвиняется в коррупции. А эта статья, отметим, для ареста парламентария не требует получения согласия большинства депутатов Джогорку Кенеша. Как сообщает надзорный орган, Музафар Исаков, будучи главой Ташбулакского Айлюкмету Сузакского района, в сговоре с сотрудниками местного госрегистра незаконно выделял земельные участки. Всего, по данным прокуратуры, в период с 2010 по 2015 годы он вынес 315 постановлений о предоставлении земель сельхозназначения под индивидуальное жилищное строительство. Также сообщается, что эти участки Исаков продавал по цене от 1500 до 3000 долларов. Расследование уголовного дела поручено ГКНБ. В Бишкеке продолжается процесс по делу бывшего депутата Кыргамбека Самакова. Сегодня там начались прения сторон. И гособвинение просит назначить обвиняемым немалые сроки. К примеру, главного фигуранта дела Кыргамбека Самакова гособвинение просит заключить в колонию строгого режима на 19 лет с конфискацией имущества. Бывшего премьер-министра Игоря Чудинова на 11 лет. И такой же срок просит назначить Искендербеку Айдаралиеву. Напомним, они обвиняются в земельных махинациях по статье «Коррупция». Парламентская фракция «Республика Атажурт» выдвинула своего лидера Омирбека Бабанова кандидатом на должность президента Кыргызстана. Об этом сегодня сообщили депутаты оппозиционной фракции. Решение было принято на недавнем заседании парламентариев от «Республики Атажурт». Предложение выдвинуть Омирбека Бабанова кандидатом на высший пост в государстве члены фракции поддержали единогласно. Напомним, президентские выборы в стране должны состояться осенью этого года. Почти 50 местных кенешей по республике могут быть распущены президентом. Судьба 12 из них уже решена, остальным пока еще дан шанс. Поводом для назначения повторного голосования в этих населенных пунктах послужила неспособность местных депутатов договориться о кандидатурах мэров и глав Айлюкмету. По закону, если дважды местный кенеш не справляется с этой задачей, депутатов распускают. Сейчас Центр избирком ждет, как пройдет вторая попытка в оставшихся кенешах. Полный список затем будет направлен президенту. Эксперты говорят, причина политического кризиса в регионах в законодательных недочетах. Чогорку кенеши уже нашли несколько вариантов, как их устранить.
9 Айвык-Муту, а также 3 города – Айдаркент, Кадамжай и Карабалта – в ближайшее время начнут готовиться к повторным выборам депутатов. В этих населенных пунктах местные народные избранники не смогли решить, кого назначить главой Айвык-Муту и мэром. По закону на это дается 2 попытки. Если депутаты не справляются, президент распускает их. Окончательно известно о том, что в 12 населенных пунктах будут перевыборы. Сейчас еще в 31 Айвык-Муту и городе у депутатов осталась вторая попытка. Если депутаты не смогут снова выбрать местного главу, то там тоже будут назначены перевыборы. Сейчас мы ждем их решения. После полный список будет направлен на подпись президенту. Эксперты говорят, всему виной несовершенство законодательства. Местные депутаты должны почувствовать ответственность за свои решения. Условия к выборам глав Айвык-Муту и мэров должны быть ужесточены. Бюджет страны просто не может оплачивать интриги и политические игры отдельных депутатов местных кенешей. Каждые выборы – это огромные колоссальные средства. Даже только в среднем где-то 500 тысяч самов. Это налогоплательщики платят. В законе должно было предусмотрено, что в случае, если будет два раза будет срыва, эти кандидаты уже не могут быть представлены в течение ближайших лет кандидатами, и новые люди должны прийти. Это однозначно. Ну вот, вы, если помните, Папа Римского, когда выбирает, кардиналов сажает в комнату, и сколько бы они там ни сидели, они должны выбрать. Вот такая жесткая норма есть во всем мире, мы должны это соблюдать. Люди должны чувствовать ответственность, неминуемую ответственность за свой поступок. Они все при сегодняшней системе они много тратят денег. И каждый сто раз подумает, а стоило ли ему игру играть. Ну, а потом демократы, они вседозволенность. Это воля народа, воля большинства народа. И меньшинства должны, как говорится, проигравшие должны уступать. В Жугурку-Кенеше об этой проблеме задумались давно. Сейчас уже есть несколько инициатив по решению этого вопроса. Один из вариантов уже внесен на обсуждение депутатов. Законодатель Кенжибек Бокоев предлагает, чтобы исключить интриги во время назначения мэров и Айвык-Муту, выбирать их должны сами жители. Наш коллега Кенжибек Бокоев предложил законопроект о прямых выборах мэров и глав Айвык-Муту. Эту ситуацию действительно пора менять. В следующем году усилится полномочия премьер-министра. И если не выборы, то глав местных администраций должен назначать аким, как это было раньше. Ведь премьер будет назначать акима. Если у него не будет власти, то это неправильно. Законопроект Кенжибека Бокоева уже прошел первое чтение. После обработки всех замечаний и предложений депутаты вернутся к нему снова. Если парламентарии поддержат документ в 3 чтениях, интриги местных депутатов уже никак не повлияют на работу органов власти. Игорь Потанин, Алтынбек Канабекулу, НТС. В столице задержана группа мошенников, отобравшая у пенсионерки почти 1 000 000 сомов. Как сообщили в ГУВД, в совершении преступления обвиняются в том числе граждане Узбекистана. Всего 8 человек. Все они сейчас под следствием. В домах задержанных проводятся обыски. Они уже признались в совершении 5 подобных преступлений. 3 недели назад, войдя в доверие 82-летней бабушки, злоумышленники завладели ее денежными средствами в сумме 939 тысяч сомов. Представлялись преступники соцработниками, оказывающими помощь якобы от имени российского президента. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Поставки крупные под прикрытием на самом высшем уровне. Предприниматель из Турции рассказал о том, как ему продавали кыргызское золото контрабандным путем с помощью сотрудников ГКНБ. Первые партии турецкий ювелир получил в течение 5 месяцев, а когда заплатил продавцам 1,5 миллиона долларов за полцентнера золота, поставщики пропали. Впоследствии, как подтвердил бывший в ту пору глава ГКНБ Кенежбек Душибаев, контрабанда действительно была. Комитетчиков и иных дельцов, замешанных в незаконном вывозе золота, арестовали. Вот только после того, как его от должности освободили тех, кого он задерживал. А дело, как он полагает, закрыли. Елена Яковлева расскажет все подробности. А говорят, у нас экспорт маленький. Просто о том, что и как вывозится из страны, многое неизвестно. Тому доказательство – чистосердечное признание турецкого бизнесмена, потерявшего 1,5 миллиона долларов на сделке по покупке золота из Кыргызстана. Отчаявшись за 6 прошедших лет вернуть деньги, получить товар, он обратился к журналистам радио «Азаттык». В интервью он рассказал, что все началось в 2009 году. Ему, как ювелиру, предложили покупать золото. Человек, встретивший нас, предложил поговорить в ресторане, где рассказал о других вариантах. Он сказал, что вопросы продажи золота в стране курирует ГКНБ. Они объяснили, что есть карго-компания, которая будет доставлять товар прямо до дверей моего ателье. Все таможенные вопросы они брали на себя. Я забрал с собой 300 граммов золота, чтобы проверить его качество. В аэропорт меня сопроводили вооруженные люди. Провели в зал без всяких проверок.
Чтобы его убедить, продолжает Межит Мерден, ему показали склад, где находилось около 300 килограмм качественного золота. При этом денег местные дилеры попросили на 3000 долларов дешевле, чем рыночная цена. 33 вместо 35 тысяч за килограмм. Работал с ним некий Болот Кильдибаев. В итоге, вернувшись в Турцию, за 5 месяцев Межит Мерден получил 15 килограммов драгоценного металла. Деньги обратно в Бишкек отправлял через указанную ему карго-компанию. А в один день ему предложили 50 килограммов. Выслав 1,5 миллиона долларов, золото так и не получил. Отправил своего курьера, которому дали лишь 5 килограммов, а после в аэропорту его задержали. Золото при нем оказалось обычной медью. Бывший в ту пору глава ГКНБ Кенишбек Дюшибаев факт контрабандного вывоза золота подтвердил, и что дело было заведено, и арестованные были. Мы были твердо настроены довести дело до конца. Хотя там ходоков, ходатаев, там заинтересованных лиц много было, которые выходили и просили закрыть, прикрыть дело, обещали всякие там финансовые и другие там выгоды, посулы. Мы категорически отказались. Но, однако, я был освобожден от занимаемой должности, и через короткое время все сотрудники, которые занимались этим делом, были освобождены, уволены из органов национальной безопасности, а дело закрыто, и арестованные были освобождены. В своем интервью турецкий бизнесмен рассказал, что после долгих неудавшихся попыток связаться с поставщиками, он вышел как раз на Кенишбека Дюшибаева. Через какое-то время экс-председатель ГКНБ отправил к нему двух сотрудников. Как отмечает сам Дюшибаев, лететь пришлось нашим, потому что тот боялся возвращаться в Бишкек. Продававшие ему золото, по его словам, рассказали, что отправляют драгметалл и в Дубай, и Китай. Имелись курьеры и настроена логистика. Если на постоянной основе работают, значит, они имеют хорошую крышу, хорошее прикрытие. Вот. И широкие возможности во многих государственных структурах. Это в первую очередь таможенная служба, пограничная служба, комитет национальной безопасности, правительственные структуры. Вот. Сам факт того, что там сотрудник комитета национальной безопасности был задействован, это уже о многом говорит. Мы выявили, если не ошибаюсь, мы даже арестовывали этого сотрудника. Но, к сожалению, потом все они были освобождены и поныне здравствуют и работают. На контакт иностранец шел, потому что был заинтересован, хотел вернуть свои 1,5 миллиона долларов. Его показания как раз и стали основанием для задержания того же дельца Болота Кильдибаева и замешанных в контрабанде сотрудников ГКНБ. Однако после ухода с должности, добавляет Кенишбек Дюшибаев, о судьбе незаконно вывезенного народного имущества он ничего сказать не может. Однако очень заинтересован в том, чтобы и Генпрокуратура, и ГКНБ дело подняли и довели расследование до конца. Елена Яковлева, Самат Долютахунов, НТС. Похоже на укрывательство. Общественность требует от силовиков задержать одного из главных зачинщиков беспричинного избиения молодого бишкекчанина у входа одного из кафе столицы. Как выясняется, он все еще на свободе, и по некоторым данным его не могут арестовать из-за высокопоставленных покровителей. Напомним, момент избиения был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Мужчины, выходя из кафе, ни с того ни с сего жестоко избивают ожидающего такси молодого человека. Самое возмутительное, что нападавшими оказались действующие сотрудники милиции. Несмотря на то, что момент избиения прохожего у входа в кафе в центре Бишкека был зафиксирован камерами видеонаблюдения, из трех участников расправы над молодым человеком задержаны только двое. Оба сотрудники милиции. Третий фигурант этого дела по-прежнему не найден. Происшествие случилось в ночь на 29 января, под конец бурного праздника по случаю дня рождения сотрудника Аламединского РОВД по имени Азамат. На свои именины он пригласил 14 человек, из которых шестеро служат в милиции. Трое сотрудники Аламединского РОВД, двое Первомайского РОВД Бишкека. Еще один оперативник отдела по борьбе с организованной преступностью столичного ГУВД. Остальные – гражданские лица. Следователи говорят, что их изначально пытались навести на ложный след. После того, как видео с избиением молодого парня распространилось в интернете, в милицию пришли двое, не имевшие к этому делу никакого отношения, и взяли всю вину на себя. При этом все пытались скрыть, кто отмечал там свой день рождения. Именинника пришлось вычислять по дате рождения – 28 января. По факту хулиганства задержан двое милиционеров, которые ударил этого человека, наш сотрудник по борьбе организованным преступностям, оперуполномоченный, а тот рядом сотрудник оперуполномоченный Свердловского РОВД. А третий в данное время не установлен, проводится
расследования вот это третье лицо еще не установлено. В данное время проводится расследование, оперативно-розыскное мероприятие, и установим задержание. Несмотря на то, что следователи и прокуроры просили арестовать задержанных милиционеров на 2 месяца, суд дал только 1 месяц в СИЗО. Имена этих 2 арестантов уже известны. Это оперуполномоченный уголовного розыска Свердловского УВД Еркин Иманалиев и оперативник отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД Бишкека Алтынбек Абдраев. Личность и место работы третьего подозреваемого не установлено. В прессе и социальных сетях уже высказываются предположения, что третьего участника расправы укрывают могущественные покровители. Многие говорят, что он какой-то племянник, племянник какого-то там высокопоставленного, какого-то олигарха или кто знает. И поэтому его милиция не задерживает. Мы же не знаем, как это было, как это сейчас творится, как это сейчас расследуется. Не задержание вот этого третьего охаивает огульную милицию нельзя. Нельзя. Они работают. После задержания подозреваемых в расправе оперативников, 10 милицейских начальников получили выговоры. Назначена служебная проверка в отношении и остальных сотрудников милиции, присутствовавших в кафе в момент происшествия. Не исключено, что некоторые из них будут уволены из органов внутренних дел. Расследование этого дела в конце прошлой недели передано в Госкомитет национальной безопасности. Относительно третьего я не могу сказать, да, скрывают они или нет сотрудники милиции его. Но то, что они его... Знаю, да, это как бы 100% информация, потому что с незнакомым человеком они же не будут отдыхать. Это как бы явно. И сотрудники милиции, если даже скрывают этого третьего, я как бы не удивлюсь. Но так как дело передано в Госкомитет национальной безопасности, то этого третьего найдут, и я думаю, и привлекут еще остальных за соучастие. Уже в первые дни после случившегося отца избитого парня начали запугивать по телефону. ГУВД Бишкека даже выделила охрану семье пострадавшего. Позже отец потерпевшего написал встречное заявление о том, что больше не имеет претензий к избившим его сына милиционерам. Этот документ был зарегистрирован в столичном ГУВД. Само заявление приобщено к уголовному делу. В данном случае, если потерпевшая сторона заявляет, что не имеет претензий к обвиняемым, дело может быть закрыто, а третий подозреваемый в избиении окончательно избит. Бежит наказание. Мирджан Балыбаев, Рахат Джанабеков, Асхат Касымбеков, НТС. Скандал вокруг регистрации авто, похоже, только набирает обороты. Предприниматели требуют, чтобы правительство сначала открыло техцентр ЕАЭС и только потом угрожало штрафами. Напомним, 12 февраля в силу вступили новые правила. Теперь регистрация везенных машин невозможна без справки о техбезопасности от лабораторий, отвечающих стандартам Евразийского союза. А тут выясняется, что ближайшая такая лаборатория есть в Алматы, а своих в стране открыть еще не успели. Соответственно, в пунктах регистрации уже третий день наблюдается ажиотаж. В правительстве, впрочем, обещают оформлять машины без справок ЕАЭС, но временно, пока не заработает местная лаборатория. А тех, кто отказывается от временной регистрации, Кабмин все равно намерен штрафовать. Подробности далее. Регистраторы требуют справку, которую могут выдать в соседнем Казахстане. А собственной лаборатории у нас пока нет. Это и возмутило местных предпринимателей. По словам гражданского активиста Айбека Баратова, во избежание недовольств правительство должно было заранее проинформировать граждан. К сожалению, никакой работы правительством по осведомлению, по предупреждению заблаговременно в отношении граждан проведено не было. Понятно, что незнание закона не освобождает от ответственности. И автовладельцы, в свою очередь, готовы, они осознанно идут на это, они готовы, да, заплатить штраф за несвоевременную регистрацию. Но я считаю, что в данном случае государство должно пойти навстречу автовладельцам и решить эту проблему. Вместе с тем гражданский активист отметил, прежде чем принимать постановление, правительство должно было создать все условия. Однако представители соответствующих ведомств оправдались тем, что пересмотрели данное правило. По их словам, пока не заработает местная лаборатория, граждане могут регистрировать свои авто без справок, но временно. Ехать за границу не обязательно. Стоимость такой регистрации составит 700 сомов. Временная регистрация вводится только лишь гражданам, которые... Сегодня пришли, вот, да, и вот, чтобы штраф не заплатить, чтобы сроки не нарушить, они пришли на
по регистрацию, да, мы их зарегистрируем. На сегодняшний день вот бесплатно, без штрафа, бесплатно зарегистрируем, выдадим номерные знаки, он единственное за техталон заплатит. Но, однако, после получения вот этого свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств, после вот введения лаборатории, да, он, как обычно, вот первичную регистрацию, он как положено пройдет. Тем временем, по мнению представителя Минэконома, виноваты ажиотажи сами граждане. По его словам, если кыргызстанцы своевременно зарегистрировали свои автомобили, они не столкнулись бы с данной проблемой. Невыполнение одного закона, оно породило именно вот такую волну, потому что физически, если посмотрим, да, эти транспортные средства, они не стоят на границе, они все на базарах стоят. То есть это говорит о том, что если бы они соблюдали все процедуры, установленные законодательством Кыргызской Республики, то эта норма не применялась бы. Впрочем, как уверяют чиновники, лабораторию откроют в скором времени. Кыргызский центр аккредитации уже завершает процедуры. Также отмечается, что экспертизой будут заниматься частные компании. Сколько будет стоить получение данного документа, пока неизвестно. Самое интересное, что по статистике ГРС, число импортируемых машин с третьих стран с момента вступления в таможенный союз резко сократилось. Со 106 тысяч до 200 автомобилей. Поэтому резонный вопрос, а нужны ли вообще нашей стране подобные лаборатории? Ведь на их оснащение потребуются средства с бюджета, который без того истощен. Айбек Айтбаев, Асхат Ибраимов, НТС. Почему налоговая декларация сотрудников спецслужб стоит под грифом «секретно»? Этим вопросом задались депутаты Жогорку Кенеши на сегодняшнем заседании профильного комитета. Народные избранники рассматривали во втором чтении законопроект о единой налоговой декларации. Поправками предлагается обязать отчитываться о доходах и имуществе не только всех госслужащих высшего и среднего звена, но и их родственников. Наибольшие споры возникли относительно налогового отчета со стороны работников ГКНБ. Депутаты возмутились закрытостью данных деклараций чекистов. Однако выяснилось, что секретность этой информации закреплена законом. Сотрудники госструктуры, обеспечивающие национальную безопасность, сдавать декларацию обязаны, но втайне от всех. К чему и в итоге пришли депутаты, расскажет Алексей Немашкал. Законопроект о декларировании доходов и имущества государственными и муниципальными служащими рассматривается в комитете уже во втором чтении. И на этот раз вопросов по нему со стороны парламентариев меньше не стало. В частности, многие из них коснулись выборочного обнародования подаваемых госслужащими деклараций. Возмущение депутатов вызвал тот факт, что по сотрудникам спецслужб нет никакой доступной информации. Депутаты усомнились, отчитываются ли вообще чекисты перед налоговой о своих доходах. Если сотрудники ГКНБ не сдают налоговые декларации, то нужно расформировать антикоррупционную службу, а полномочия АКС передать финансовой полиции. Надо выяснить, в каких домах живут сотрудники спецслужб и на каких машинах ездят. На зарплату ли все это куплено? Сотрудники ГКНБ всегда сдают декларации, но они не для всеобщего обозрения. Это закрытая информация, она не публикуется. В процессе обсуждения выяснилось, что в законе эта норма прописана. Так, данные по декларациям тех, кто работает на госслужбе и обеспечивает национальную безопасность, публиковаться не могут. Однако и это некоторых членов комитета не убедило. Они поручили прописать тогда четкое определение, каким структурам закон позволяет скрывать свои доходы от взора общественности, а каким нет. Насторожил нардепов и с каждым днем растущий список граждан, подпадающих под норму о сдаче ЕНД. Тут в перечне, к примеру, написаны бабушка и дедушка. А ведь есть бабушка и дедушка с отцовской стороны. Давайте и других родственников добавим. Человеку бывает ближе хороший сосед, чем плохой родственник. Ну давайте и соседей пропишем. Все это может выглядеть как шутка, но я считаю, что инициаторам стоит задуматься над этим пунктом. Почему декларанта мы сразу выставляем как безответственного человека, который то и делает, что норовит что-то утаить? Вносимыми в закон изменениями предлагается отдать налоговой службе и часть функций, которыми сейчас наделена ГРС. Составление декларации будет включать в себя дополнительную работу для налоговой службы. Но сможет ли налоговая осилить такой фронт работы с учетом роста подотчетных граждан? И не превратится ли служба в орган, занимающийся сбором деклараций, а не налогов? Ведь на сегодня только число государственных и муниципальных работников, обязанных сдавать ЕНД, приблизилось к 340 тысячам. Здесь конкретно, вот, хоть и по двум статьям, но требуется уточнение именно механизм его реализации.
тут мы пишем родственники, да? Ну, здесь есть ситуация, что некоторые родственники даже между собой не общаются. Откуда им знать, что у них имеется? То есть есть самое главное, чтобы закон потом работал. Зачем нам сейчас просто ради того, чтобы что-то принять и что потом будет лежать? Или там он, не зная, не общаясь с этим родственником, что-то не укажет и будет привлечен к ответственности за сокрытие. После продолжительных споров члены профильного комитета проголосовали за то, чтобы отправить проект на доработку с учетом высказанных замечаний и предложений. Алексей Немашкал, Нурзада Садыкбекова, Бакыткош Алиев, НТС. «Афганистан. Наша память и боль». Документальная выставка под таким названием сегодня открылась в столичном доме музея Михаила Фрунзе. Она, разумеется, приурочена к завтрашней дате. Завтра все постсоветское пространство готовится отметить 28-ю годовщину вывода войск из Афганистана. В том числе эту дату отметят и в Кыргызстане. Более 7 тысяч наших соотечественников прошли сквозь огонь афганской войны. Не все из них вернулись на родину. Открытие выставки, кстати, сегодня посетили ряд ветеранов-афганцев. Своими воспоминаниями они поделились с нашей коллегой Анастасией Соболевой. К этой выставке сотрудники Дома-музея Михаила Фрунзе готовились несколько недель. Здесь представлены немые свидетельства военного конфликта в Афганистане. Документы, письма, фотографии, вырезки из газет. Разные судьбы, разные воспоминания. Фотография, как она как бы личность нам раскрывает, значит, человеческие качества наших ветеранов. Генералу-полковнику Абдагулу Чотбаеву здесь посвящен не один стенд. Он был в составе первого полка, который по тревоге перекинули в Афганистан из Узбекистана. В том военном конфликте Абдагул Абдурашитович принимал участие до апреля 1981 года. В «Асмар» колонна, это вот моя машина, спереди ведущий, это просто боец, видать, сфотографировал. Редко у кого из афганцев при себе были фотоаппараты, рассказывает генерал-полковник. Личный архив пополняется с каждым годом, благодаря вот таким вот мероприятиям. Эту фотографию сегодня он увидел впервые. В тот день, когда она была сделана, Абдагулу Абдурашитовичу вручили погоны старшего лейтенанта. Одного из товарищей, стоящих рядом с ним, он не припомнит, но никогда не забудет, при каких обстоятельствах познакомился с тогда еще капитаном Кадырбеком Тактамбаевым. На фотографии он слева. Бойцы пришли и сказали, говорят, в автоперевязочной, Г-66, вот, на привал остановились, есть, говорит, наш земляк. Я пошел к нему, познакомились, и я был лейтенант, он капитан. Туда-сюда, Байке, 50-е, и, ну, сейчас уже можно говорить, я у него попросил спирту. Он мне не дал, жадничал. И в эту ночь было нападение на колонну, и автоперевязочная вместе со спиртом сгорела. И он пришел ко мне проситься на ночлег в мою боевую машину. И вот я его при встрече, каждый год при встрече ему напоминаю, при всех, и говорю, вот ты спит пожалел, и поэтому машина сгорела. Одними из первых, кто увидел экспозицию, стали ученики столичных школ. Этот наглядный материал произвел на ребят впечатление. Появилась возможность подчеркнуть для себя какие-то новые факты. И глядя на эти фотографии, можно понять, насколько они были мужественны, или же насколько они боролись за свою родину. А самое главное, то, что они не боялись идти в бой. «Афганистан. Наша память и боль» – такое название у этой выставки. Война длилась 10 лет. За это время более 7 тысяч выходцев из Кыргызстана приняли участие в боевых действиях. 249 человек погибли, 4 пропали без вести. Анастасия Соболева, Урмат Акынбекуулу, НТС. Поздравляем всех воинов и интернационалистов с завтрашней датой. Ну что ж, а мы на этом завершаем наш информационный выпуск. Сразу после нас смотрите программу «Хайчи Пикир». Кстати, новости и другие программы, вышедшие в эфире, также смотрите на сайте ntvs.kg. Увидимся завтра. До свидания.